Застрявший в устье реки гренландский 13-метровый кит вернулся в Охотское море во время прилива. Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов России Сергей Донской. Ранее сообщалось, что гигантское млекопитающее заплыло в устье реки на острове Большой Шантар во время ночного прилива, где и застрял на мели. Предполагается, что кит спасался от стаи касаток. В связи с произошедшим была организована спасательная операция. Все работы проводились совместно со специалистами по спасению морских млекопитающих.